Вот, любопытный дом. Заглянем в него, пока его не снесли. Ну, Финляндская 4. Добро пожаловать в гости. У нас две квартиры. Куда мы пойдем? Здесь, судя по всему, кухня располагалась. Не очень хорошо видно. Вот, можете, кого интересует, можете меблироваться еще. Высокие потолки. Любители нержавейки, пожалуйста, подходите. Здесь уникальная архитектура. Полукругом. В общем, если вам негде жить, то вот можно здесь вполне. Вон там даже, смотрите, жалюзи есть. Добро пожаловать, друзья. О, нашел настоящий вход. Намного удобнее, чем через подъезд. Какой-то спуск в подземелье есть. Сантехника. И стихи вот здесь, смотрите. Ну вот, помимо вот рисунка. Сатана властвует в этой комнате. Войди, умри через 5 секунд. 1, 2, 3. Бьи быстрее. 4. Он уже близко. 5. Обернись. А, ну и уже шаги слышатся. И сзади и никого нет. И обои еще повесили. Да, обои можно забрать. Что там, ничего интересного в подъезде. Может, это вот это сатана и его помощник идут? Ну, не спешат, уже никуда не денешься. Все в кокаине здесь. Наркобарон какой-то здесь жил. Ну еще напоследок давайте прославим двух девушек. Полина и Лия. Красивое имя. Рядом детская площадка. Качели пропали.